Привет, друзья. Имен не называю. Забыл спросить разрешения, можно ли сделать видео. Ну, сама скажет потом. Больше всего ей понравилось в моей книге. И здесь стоит картина, называется «Вязальщица». Еще понравилась картина «Девушка с дудочкой», которая в той комнате висит маслом, которое написано. Очень понравилось. Я сказал, у тебя очень тонкий вкус, хороший вкус. Поэтому подарил ей книжку, вот эту подарил, и написал там с любовью. И поэтому еще там печати две поставил свои личные от Центра защиты от стресса, круглую печать и такую печать длинненькую, которая там наш логотипчик. Звезды над нами, космос внутри нас, еще первой версии. И написал с любовью. Потому что она просто необыкновенный человек, летела из одного конца страны в другой конец страны, и на несколько часов была в Москве и приехала ко мне, и мы с ней беседовали, какая умница. Да, я тронут. Я тронут, конечно, и вкус такой хороший. И самое интересное, несмотря на мои возражения, оставила мне денег на краски. Я говорил, не надо. Она мне сказала, вы должны рисовать. Ну так вот оно, какие друзья. Так что, друзья, вам всем сердечной любовью. Вы мои друзья, и я знаю, что вы хотите помочь друг другу, и мне, чтобы я рисовал, и вот эти цветы она мне привезла. И я вам всем показываю. И поэтому подписываюсь с любовью.